Анонс и точность выхода 18 серии турецкого сериала «Сапфир». 18 серия сериала выйдет в эфир 31 декабря. Ранее в сериале мы увидели, как Фирае потрясена, узнав о беременности оленя. Но она ни на секунду не сомневается в любви и верности Ямана. Однако эта беременность становится новым препятствием на пути к воссоединению Ямана и Фирае. Самая сложная часть работы – это время, необходимое для проведения теста на отцовство. Несмотря на то, что влюбленные уверены в себе, как они смогут сохранить свою любовь в мире, окруженном осуждающими людьми? Когда Атеш узнает, что Урал его сын, он сталкивается с Гюльфем. Между ними матерью образовалась пропасть. Гюльфем вынуждает Урала рассказать правду Яману и Окану. Примут ли она Атеша как старшего брата, даже если он теперь Бакирчи? Гюнеш, поддерживающий своего друга в качестве адвоката, узнает неизвестные факты о настоящей семье Баде. Омер возвращается в компанию, его ждет неприятный сюрприз. Гюльсои стоят на пороге нового кризиса. Кто продолжит жизнь Атеша, Гюльсой или Бакирчи? Это мы узнаем уже в новой серии сериала. Напомним, 18 серия сериала выйдет в эфир 31 декабря. Если вам нравится сериал, и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.